Конкретно к нашим всем вопросам. Okay, so hello everyone. It's my first time in Ukraine. My name is Stefan Ogiel. I'm the two-time world champion and silver medalist. I've been touring with Ari and Edwin for many shows now. We are a big family. I think the story that Ari just told you is a great story about a big family. And a lot of power in ourselves made me come to Ukraine today. I think it's also destiny. I was not supposed to be here today, and I am here because I don't know why, but I'm here. And everyone has a destiny. My destiny was to come today to Ukraine, and I'm very. Перевести надо, да? Перевести надо или? Ну давай, я переведу пока потом. Стефан Ламель, значит, он говорит, что я очень... Меня зовут Стефан Ламель, он двукратный чемпион мира, олимпийский медалист серебряный в Турине 2006 года. Он очень рад, что он приехал сюда. Во-первых, для него это получилось как невероятная судьба, что он сюда попал, потому что он не планировалось, но так получилось, что он сюда попал. И он вместе с нами уже в туре очень много лет, и мы очень плотно дружим, и мы очень хорошие друзья, и вместе работаем в различных программах и шоу. И то, что он сейчас здесь находится, это также из-за того, что мы очень плотно дружим. И когда у нас была вот эта вот сложная ситуация с переездом, мы все друг друга поддерживали, и он в том числе нас поддерживал. So, do you have any questions? Yeah. Да. Я на русском спрошу, переведете? Да, я переведу. Верит ли Стефан, что извержение вулкана было спровоцировано украинскими фанатками, которые очень сильно его звали в Украину? Do you believe that the volcano was orchestrated by Ukrainian fans that they wanted to make sure that we can come over to Ukraine. I give that. Well, we have to ask the fans, not me. Well, if they did that, I'm happy to be here for them, and I'm happy to perform here. I would give my best for them. Если это они сделали, то он очень рад, что он здесь находится, и он постарается сделать максимально и выполнить свою работу, чтобы вам было приятно. Спасибо, Юрий. Задавайте, пожалуйста, представьтесь. Ольга Николаевна, привет. У меня вопрос не Кали, а Степана одновременно.